А вообще, как рано начинают девочки заниматься проституцией? 14, 13, 12 лет. Да, одна девка неделю назад родила. Ну и куда же она? 15 лет. Куда же она? Куда ее отправили или куда она? Что с ней? Ребенка в детдом, а ее домой. Солнце, скажи, пожалуйста, какие сейчас у вас расценки? Есть 30-40, есть 40-60, есть 50-70, есть 20-30, есть 15-20. Боже, много. Ну, то есть, кто как договорится, да? Ну, если девчонка сказала, например, я говорю, 30-40, да? Да. Ее можно укатать, там, если меня, то за 25 можно укатать. Ну, за 20-ку можно, потому что... Я так... может быть, и нет, но за 25 ну, что, нефиг. Конкуренция же большая. Так есть по 20-30, на мосту стоят на тройке. Каждый старается там ходку две сделать, все. Некоторые стоят с самого утра до самого вечера, блин. Да ты шо? По 6 ходок, по 10 ходок. Так да, нифига себе, так это же какой труд. Да что, извини меня, если по 10 лет стоять на окружной, шо шин? Им по барабану, так, если они берут по 5 гривен за миньет, бля, шо шин? Так а сколько же им лет тогда, если а? По сколько же им лет тогда, если они стоят? Около 30. Жизнь, конечно, паскудная штука, да? Не сильно паскудная, нормально. Да? Было бы желание, каждый мог бы устроиться. Ты знаешь, честно говорю, было бы... А так здесь легкий труд. Хочешь сказать, что тебе понравилось? Это легкий труд? Мне не понравилось, просто очень легко деньги заработаться. Очень. Не, ну ты знаешь, что... Ну, прикинь, поехала, по***ла, сразу 60 гривен. Я познакомился с маленькой девочкой. Ей было 8 лет, а мне где-то лет 12 было. Ее зовут Оля. Ну, я раньше, короче, с ней встречался, я воровал. Все деньги тратил по чушу на нее. Потом я узнал, что она это самое ездит по машинам. Ее подружки показали, как это делается. И она начала пробовать сама учиться. Ну и научилась. У нас был такой договор, если я ей буду давать деньги, она не будет ездить по машинам. А потом я узнал, что я ей даю деньги, она все равно ездит по машине. А сложно вытащить кошелек? Ну да. Колени трусятся, чтоб не попалили меня. День на день не попадается. Когда как? Когда 100 гривен, когда 200, когда 300. Руки под куртку засовываю. Вот так вот. Засовываю руки под куртку. Вот, например, сумка здесь. Тут толпа идет. Я аккуратненько залажу, вытаскиваю кошелек, засовываю в трусы. Потом захожу куда-то, там, где нету людей. Забираю. Деньги в кошельки выкидывают. Милиция, вы как сами знаете, милиция подкупная. Меня, по крайней мере, милиция не трогала. Ко мне милиция в подвал приходила пить воду. Меня вся милиция знала. И сейчас знает. Вообще, вот, и когда нюхал клей, я каким-то садистом был. Короче, и чокнутый иногда бывал. Да, клей дышишь, вот эти все мысли уходят. Ты только думаешь о клее, и тебе там галлюцинация идет, ну, там тебе что-то кажется. Это всю дорогу мы дышали. Я 6 лет живу на улице, в подвалах, там, на чердаках, на улице, в коробках. Там. 6 лет не жил в нормальном доме, ты жил в подвалах? Да. Но мне так не казалось, что я жил ненормально. По крайней мере, мне большую часть казалось, что я жил лучше, чем все. Мне просто
сильная память, вот, про оставшееся. Ну, что было в детстве у меня, когда был маленький, когда мне вот грустно, я всегда вспоминаю там, как мне было с мамой, какая у меня сестра была, как я жил. Когда папа был нормальный, не пил. Думал, что я про маму забуду, а я не забываю.